Мне кажется, кто-то хочет со мной в Питер. Мурлок. Нет, ты останешься. Должен же кто-то охранять квартиру. Кухню. Комнату будет охранять елка. Ну, Мурлок. Котик. Мне же надо собираться. Сова, пока. Надо уходить уже быстрее. В общем, почти чистенько. Ну, конечно, до и после. Вот. Вот это до. Чучундрик. Вон, смотри, куда Чучундрик мышку положил. Вот туда, если что, ему и класть. Уголок. Раннее-раннее утро. И сова такая лежит на жопеньке. И говорит угу. Привет, сова. Чё натворила? Угухня. Как твои делишки? Угу. У меня 3 дня не было. Угу. Какашки. Какашка свежая. На стуле каталась 3 дня. И вот здесь вот бойня. Ёль, ты за что их всех так? А? Сова. Угу. Ну что, ты гулять пойдешь, а я буду убираться. Эй, ты чё злая-то? Ты не хочешь, чтобы я приходила? Угу. Да, еще ты вон там лежала, да? На клавиатуре. И убираться ты, конечно же, не будешь. Угу. Ладно, давай тебя на улицу пускать. Там хорошо. Угу. Сидит, глядит, ждет. Хотя елочка 3 дня и была одна дома, ну как одна со всеми остальными зверями, все равно заходили каждый день. Ее кормили, кормили всех остальных, но поскольку это было немножко не по графику, обычно она ест поздно вечером, а тут ей оставляли замороженную перепелку и уходили. И кажется, она очень голодная. Да, сова? Ты хочешь есть? Или ты так? Держи. Только вниз не роняй.
Ой, перо. Ну-ка, дай-ка мне его. Тихо. О, улетела на улицу. Вот ты глупая сова. Надо подбирать эти. Отвлекла меня перышком и сидит, ест. Угу. Хитрая сова, уже полмы крыски съела. Доедай, а то мухи сберут.
Наелась. Больше не угу. Должно еще второе перо также выпасть симметричное. Угу. Ага.